Так, вам сначала что-нибудь более серьезное или что-нибудь попроще? Ладно, давайте все по очереди, просто. Что-нибудь серьезное. Что-нибудь серьезное? Что-нибудь серьезное попроще. Но попроще. Ладно, давайте начнем с самой старой песни из моего репертуара. Фигурочка. Зимних. Да. Как много лет я ее не пела. Могу забывать слова. Тебе, может, обычно? Удобно? По Сахаре сахарной снега хрустящего, обжигая ноги босые холодом, ото всех бежать в чащу леса спящего, будет кровь из как стучать кузнечным молотом, дух перевести на коряжине у ручья, выплакать ему свою беду необъятную. Что скажите делать-то бедной Снегурочке, коли ей пошла зима 25-я? Значит, детство кончилось, девка на выданье, звать тебя теперь по имени-отчеству. Женихи толпой идут, парни видные, только умирать стать, ой, как не хочется. Снегоком в руках не растает по вешнему, если не согреть сердцем корочку слабую. Выбор не велик у тебя, либо вешайся, либо доживай век свой снежную бабою. Дед сурово хмурится черными тучами, матушка с отцом где-то на южном полюсе. Снежной королевы из тебя не получится, но и лед в ручье под тобой не расколется. Отчего судьба не устроена иначе? Что за жизнь тебе не любить, плакать, маяться? Вот и все, не решая, видишь, даже ручей молчит. Только снег в песочных часах.